мы ждем Христа. Не правда, сестры, братья? С надеждой в сердце, что так близок час, когда раскроет вечность нам объятия и от всех бед земных избавит нас. Мы говорим друг другу, время близко, и с сожалением смотрим на людей, которые в пороках пали низко, не зная страшной участи своей. Да, время близко. Время так серьезно. О, братья, не пора ли нам взглянуть, пока еще совсем не стало поздно, не на чужой, на свой житейский путь. Вот здесь, сейчас же, сидя в этом зале, пусть каждый взвесит искренне себя, пусть сердце спросит: Господи, не я ли? Не я ли тот, кто предает тебя? Нет, не за деньги, как предал Иуда, еще дешевле, за пустую ложь, за клевету, что сею отовсюду, хоть с виду на такого не похож. Не я ли тот, который за обиду готов вредить друзьям из-под тишка, кто за наживо потерял из виду могучий светоч Божья маяка? Не я ли, став на гордом пьедестале своих ошибок, не хочу сознать и в час тревожный: Господи, не я ли? Все так беспечно продолжаю спать. О, братья, Бог сегодня поднимает большое решето в своих руках, и как зерно Он церковь просевает. Не подступает ли к сознанию страх, увлечены ненужными делами, в заботу окунувшись с головой, мы даже не заметили, как сами просеялись с ненужной шелухой. А на словах Иисуса, ожидая, мы будем жизнь беспечно продолжать, судить других, того не замечая, что нам самим-то неба не видать. Да сохранит нас Бог от этой доли. Но все зависит только лишь от нас. И если будем жить по Божьей воле, мы средь спасенных встретим славный час. А чтобы добрым семенем остаться, сегодня же отбросьте шелуху. Нам нужно, братья, так Христа держаться, чтобы готовым нет сказать греху. Поэтому почаще на коленях заглядывайте вглубь своей души, чтоб чистым быть от лести, от сомнения, от суеты, от зависти, от лжи. И как хотелось бы, чтобы все, кто в этом зале, сегодня слушая божественную весть, зерном отборным в решете остались, за все Иисусу воздавая честь. Чтоб каждый день, когда придет Спаситель, услышать мог, как скажет Он, любя: ты верный раб, войди в мою обитель. Я приготовил место для тебя.